В Актобе не прекращаются поиски 5-летнего Тимерлана. Полицейские и военные продолжают обследовать город. Активно помогают и волонтеры. А мы напомним, 5-летний Тимерлан Сандыбаев пропал 5 дней назад. Никаких следов ребенка до сих пор не обнаружено. У полицейских пока версий нет. При этом в ДВД опровергают многочисленные слухи, которые распространяются в социальных сетях. Все дворы, все подвалы, даже крыши смотрим, везде ищем. По районам дали ориентировку. Мальчика ищут по всей области. Будем искать, пока не найдем Тимерлана.